Я уже говорил, что дело блогера Мишаня Дальнобой, он же Михаил Рябчиков, превратилось в бесконечный суд, где не состоялось ни одного полноценного заседания. 17 февраля повторилось все снова. Очередное заседание суда было в очередной раз отложено. На этот раз суд отложили на март месяц, и следующий суд будет 10 марта. Вот, собственно, новости одной строкой. В остальном все без изменений. Заговор молчания продолжается. Ни одного комментария по делу нет и не было. Доступ к аккаунтам Мишаня Дальнобой, он же Михаил Рябчиков, на Ютубе и в Инстаграм у его матери есть. Она там собирала деньги. А вот прокомментировать сложившуюся ситуацию не хочет. Я не знаю, как это оценивать, оставлю все без комментариев. Я продолжу отслеживать всю доступную для меня информацию по этому делу. Вы можете подписаться на канал Уксус Влог для быстрого доступа к новым видео. А на данный момент это все.